Всем доброе субботнее. Добро пожаловать в мою гардеробную. Человека, который собирает вещи. У нас в машине очень маленький багажник. Плюс две собаки. Плюс мы везем компьютер. Ну, помимо двух ноутбуков, у нас еще есть стационарный компьютер. Проектор. Они довольно все большие. И вещи, которые не влазят, мы складываем в вакуумные пакеты, будем все это высасывать пылесосом и превращать вот в такие вот брикетики. Но пока, конечно, видочек жуть. Доброе утро! Мы едем на работу, время 9 утра. Для меня просто маленький ад вставать рано. Я очень люблю спать. Еду с бокалами, потому что сегодня у нас будет арт-мастер-класс. Будем рисовать картины, пить просекко. Я тоже участвую в мастер-классе. Буду себе в новую квартиру рисовать картину. Все верно. Так, мы приехали. Доброе утро! Доброе утро! Почти в Дубае, но только в Тюмени, в Айвазовском. А я работаю весь день сегодня. Сейчас иду в Жизнь Март купить себе обед. Одной рукой очень удобно снимать. Так. Один. Всю подготовку к мастер-классу. Мольберты уже девочки поставили. И я тоже буду рисовать. Сегодня мы будем рисовать примерно вот такой вазу с цветами. Широкие волосы, которые мы будем закрашивать. Страшненькая. Картина для кошачьего туалета готова. Ой, хороша, конечно, чертовка. Один в один. Мне подарили цветы, а тут еще открытка. И тут написано, что мне желают много капусты Катя и Алла. Я уже в своем новом колье из Титаника. Любимом лонге байкерском из Urban Outfitters. Поехала в Rich Family купить племяннице подарок на день рождения. Будет 4 года, но они завтра улетают. И неизвестно, когда мы снова с ними встретимся. Берем. Берем? Берем. Все, мы выбрали. Пошли. Мама Вера не разрешает мне покупать мягкие игрушки, потому что у них уже много, но я не могу. Смотрите, какой очаровательный слон. Взяла слона, взяла подушку для самолета с капюшоном, потому что они у меня те еще путешественники. И пойду сейчас выбирать карнавальный костюм. Мы отсюда не уйдем сегодня. Ой, ну хорош. Капитан. Капитан Джек хорош. Мне кажется, русалка офигенная. Да, русалка классная. Доброе утро. Целыми днями ездим где-то. Куча дел перед отъездом. Завтра у лета операция кастрация. Операция кастрация. Послезавтра у Макса мамы день рождения. Вчера мы ездили, провожали моих семейных, Веру, Миру, Илью. И когда вещи-то собирать? Никогда, похоже. Я, конечно, там два вакуумных пакета уже сдула, но примерно еще столько же осталось. Еще нужно прибрать квартиру всю, не бросать же ее беспорядочном виде. В общем, дел миллион, а дня три.
Плюс у Летика будет постоперация. Я вообще очень переживаю за операцию, потому что все-таки он уже не щеночек. И наркоз — это дело такое. Так что завтра он у нас, пупсик, будет болеть. Поедет в машине потом без яичка. И без машины. Зато места в машине побольше будет. Я жду. Жду свою очередь на маникюр. Человек подарок. Анечка, спасибо за конфеты. Я сейчас их все прямо на педикюре и съем. Птенцы. Птенцы! В школу пошел. 1 сентября. Заехали взять еды с собой в дорогу и на завтрак чуть-чуть, потому что с собаками мы останавливаться явно нигде не сможем сидеть. Шашлычка. Время 7 утра. Мы идем в парк и гуляем с пёсами. День второй. Собакам уже в целом хорошо, спокойно. Мы уже нашли собачью площадку вчера, но она была занята двумя прекрасными борзыми. А сегодня в 7 утра свободна такая большая. Вон маленький, это наш дом. И совсем рядом у нас получается площадка. Да, любимый? Хорошо тебе? Да. Хорошо нам. Новость номер один. Кто помнит штатив из прошлой серии, который муж должен был собрать, он его сломал. Вот, теперь у меня больше нету штатива. Он как бы есть, но как бы использовать его нельзя. У нас пока полный бардак, просто потому что мы приходим в себя, еще ничего не разбирали. А собаки кушают после прогулки. У нас вчера весь день были курьеры, и сегодня еще примерно столько же привезут с Яндекс.Маркета. Я заказывала в этот раз на Яндекс.Маркете только потому, что у меня на Тинькофф кэшбэк, по-моему, 10%. Это приятно. Давайте что-нибудь распакуем. И я думаю, первым будет чайник, потому что мне нужно накормить семью завтраком и попить чай. Чайник! Вчера мы покупали на завтрак чай, на вынос, выкусывали. Тоже было нормально. Но ходить постоянно не прикольно. Чайник я заказывала оранжевый. Яркий хотела. И вообще хочу сделать очень много ярких разных акцентов. У меня будет оранжевый чайник. Я заказала оранжевый светильник. Мне очень понравилось, что тут написано на чайнике: души в вас не чаю. Это мило. Собачьи. Ой. Ой. Ой, ну он, конечно. Это минутка ожидания реальность. Я заказала ярко-оранжевый чайник. Ну, на картинке он был прям ярко-оранжевый. Ярко-оранжевый чайник. Ну ладно, он все равно симпатичный. А здесь у него экран с регулировкой температуры. Собаки уже адаптировались, как вы видите.
Все, мы пошли пить чай. А распаковку остального сниму после завтрака. Давай чайник покажем. Давай чайник покажем. Знаете, что забавно? Что у нас в холодильнике вообще ничего нет. Вот мы купили, Макс вчера ходил, купил дыню. Это все, что у нас осталось, мы забрали из машины с дороги. Но самое главное, что я с собой привезла, это опята, которые мы собирали в лесу, а мама мне их замариновала, засолила. И вот я две баночки привезла. Вот самое ценное рядом. И я буду их есть. И вспоминать, как мы ходили в лес за грибами с мамой. Вот. Чувствовали заботу. Чё? Роскошный завтрак москвичей. Вчерашняя курочка гриль. Онигири, киткатик, колбаска. Супер. Мы убрали отсюда диван. Если помните, здесь стоял большой серый диван, потому что нам нужно поставить к дивану проектор, а тут уже висит телевизор. Поэтому никак сюда проектор не выведешь. Я сюда потом куплю какой-нибудь классный коврик, поставлю два кресла. У нас тут уже стоит приставка, и будет такая просто игровая зона. Поиграть PlayStation, посидеть, послушать пластинки. Вот сюда я тоже поставлю проигрыватель свой. Вот у нас перекочевал диван из гостиной в небольшую свободную комнату, потому что здесь как раз идеальная стена для проектора. Она светло-серая, даже не белая, белая бы тоже подошла, но для проектора идеально именно светло-серый оттенок стен, не белый. А вот уже проектор у нас стоит, но случился факап. Мы вчера такие все поставили, диван передвинули. Думаем, сейчас ляжем, будем смотреть сериалы на проекторе. И вообще кайф, как дома, классно. Но проектор я взяла, а пульт я не взяла. Поэтому проектор мы в ближайшее время смотреть не можем. Он без пульта не работает. Даже экран не настроишь без пульта. Я посмотрела на Озоне, думала заказать доставку на Озоне. Знаете, когда доставка? На секундочку. Вчера было 26 сентября. Доставка пульта ближайшая на 9 ноября, по-моему. То есть полтора месяца ждать пульт. Но я попрошу кого-нибудь просто отправить нам с деком. Вот, поэтому где-то недельку будем без проектора. Но у нас есть телек, есть ноутбуки. Пока как-нибудь справимся, ничего страшного вообще. Но вчера было обидно, когда мы уже улеглись смотреть. Давайте покажу, что мне предстоит разобрать и что у нас вообще в гардеробной. Бам! Просто! Я в шоке, как мы это все привезли с собой. Это еще, конечно же, не все. Там еще в спальне у нас... Ой, не могу привыкнуть, что двери в другую сторону открываются. Вот еще в спальне вещи. И еще очень много всего. Но, честно, пока не хочу. Я жду порошок, гель для стирки, чтобы все перестирать. Не хочу развешивать несвежие вещи. Все перестираю, распакую свой отпариватель. И идеально выглаженные вещи уже буду развешивать. Пока ничего разбирать не буду. У Летика вообще все в порядке. Все в порядке у тебя, бичара. Я шучу, что он бомж, потому что у него воротник такой. С носками, с грязными лежишь. Ну, понятно. Там такой след от пальцев еще остался, видимо, от монтажников. Ну, там двери, если открыть, там все вот так. Стружки деревянные. Ну, буду отмывать. Будешь отмывать? А ты? Может, будет всегда стружка. Продолжаем распаковку. И это швабра с ведром, с отжимом. Очень интересно.
Ну, знаете, у меня вот такой контент. Интересный факт обо мне. Я никогда ничего не открываю там, где оно открывается. То есть, если есть какие-то там на жвачке, вот эта ленточка, на коробках какие-то вот такие штуки, я все равно открою не там, где надо. Все порву. Ну, это просто прикол такой. Ведро. И оно отжимается. Очень удобно. И убирается вот тут вот такие зубчики. И поэтому со швабры убираются все волосы всякие прилипшие. Это тоже удобно, потому что больше всего, наверное, я не люблю в мытье полов это убирать вот эти вот налипшие. Так, это вот так. Все. Швабра. Сушилка для белья следующего. Вот. Господи, я не знаю вообще, кому интересен такой контент, но я очень люблю такое смотреть бытовое, потому что я подписана в Ютубе на одну корейскую. Я подписана на одну корейскую блогершу. И она просто выкладывает, у нее такой slow life стиль, наверное. Она не показывает свое лицо, только вот до сюда она себя снимает, руки, там она в красивых каких-то хлопковых домашних платьях. И она просто заваривает чай, готовит ужин, накрывает на стол, делает какую-то уборку, поливает цветы, распаковывает какие-то покупки. Это все без единого слова, со спокойной музыкой. И это один из моих любимых каналов. Очень хорошо снимает стресс, и мозг вообще расслабляется максимально. Так, с сушилкой мне нужно будет точно помощь, потому что вот это все я одна. Ну, соберу, конечно, но не хочу. Так, ну и давайте распакуем отпариватель. Я, кстати, давно хотела отпариватель. Даже туда в Тюмень заказать. А сейчас вообще идеальный повод заказать в новый дом. Интересно, это интересно. Гуччи. Я с тобой играю, но пассивно. Поэтому придется тебе с этим смириться. Мы справились. Открываю это великолепие. Я выбирала по обуви. Еще я выбирала, чтобы здесь был вот такой именно утюг. И там доска переворачивается, и можно прям полноценно прогладить. То есть не только отпарить. Вот. Потом покажу в действии и скажу, понравилось мне или нет. Пока что больше ничего не пришло. Но сегодня будет еще две доставки. Еще мне нужно забрать кое-что из почты. И мы два раза уже туда заходили, но там все время огромная очередь, а я не хочу стоять. Вот у меня отпариватель. Эту можно вертикально, горизонтально. Швабрука. И сушилка, которую я не хочу собирать. Мы первый раз вышли из дома без собак вдвоем. Чувствуем себя примерно как... Ага, примерно как родители, которые вышли без детей на вечеринку, пришли на рыночек. У нас тут рядом красивый новый рынок. Сейчас будем покупать вкусняшки. У меня есть стекломойка, скребок. Еще из-за того, что у нас дома нет посуды, мы еще ни разу не ели горячую еду. Все это время ели в супермаркетах покупное и пришли на рынок и увидели здесь турецкую кухню. Я ее обожаю. Наверное, одна из моих любимых кухонь. Вот это вот.
тут даже взбивают свой айран, и у них свой... Нифига себе, тарелка просто на 10 человек. Айранчик, рисовый десерт Макса любимый, Искандер кебаб великолепный, его только что при нас приготовили. Вот это обед. Ах, самое главное. Арабская ночь. Вкусно было? Да, очень. Да, почти как согласна. В Турции. Прям стамбульский привет. Стамбульский привет и привет из All-Inclusive. Угу. Кафе Анкара. Рынок Велозаводский. Итак, рубрика лайфхаки. У нас есть перекись водорода и худи, которую лето заморал кровью, и на диване чуть-чуть пятнышко. Берем, а где тряпочка? Подождите, и тряпочка. Берем тряпочку, смачиваем перекисью водорода, и вуаля, никакого пятнышка нет. И также мы сейчас поступим с худи. Используйте перекись, видите, она разъедает кровь. Ничего не остается, никаких пятен, при том, что это уже прям застарелое такое. 3 дня оно засохло уже. Макс решился собрать сушилку для белья. Летик, ты распаковываешь посылочки? Ты посылки распаковываешь, котик? Не знаю, есть ли тут такие же маньяки по ароматам чистоты, но вот я вам рекомендую Фелс Азура. Я уже рассказывала про этот бренд в Телеграме. Это итальянский бренд, поэтому парфюмерия у них тоже идет итальянская. Очень вкусно пахнет. Я рекомендовала в Телеграм-канале гель для душа от Фелс Азура с ароматом, по-моему, White Musk. Он, знаете, это прям запах свежих рубашек, чистоты, стирки и вот это вот все. А это я заказала гель для стирки, то есть это вместо порошка. Алеппо Соп. Пахнет как хозяйственное алеппское мыло. Очень вкусно, прям, знаете, вот это настоящее, настоящее мыло. Очень, очень классно. Немного мусора скопили за 2 дня. Мы поехали в ТЦ Ривьера закупать всякое бытовое и продукты. Хотя бы одну кастрюльку, одну сковородку. А главное, вилки, ложки и тарелки. Потому что мы каждый день едим из пластиковой посуды одноразовой, пластиковой вилки. И это, конечно, ноль вдохновения эстетики. Вообще неприятно. Очень неприятно. Муж без настроения. С кем не хочет говорить, с вами тоже. Едем по Москве на своей машине. Машина у нас пока что похожа на собачью будку. Мы ее еще не помыли, и она просто вся в шерсти. Она еще 3 дня стояла на солнце. Ну, жарко довольно на улице. И она просто все завоняла. Ну, приемлемо, но с собачками попахивает. Надо отогнать на мойку. И все будет супер. Господи, я даже не могла мечтать, что мы будем ездить по Москве на своей машине, как дома. Смотрите, какие классные вазочки фамилии, очаровательные. Подсвечник. Теперь мы в метро купили мусорные баки, мусорки, тарелки, кастрюльки. Всего-всего. Алкоголь нам не надо. Кириешки,
кириешки. Осталось взять только кириешки. У нас, кстати, есть кириешки. Пойдем в продукты, наверное. У нас есть ящичек для фруктов. Что вы кладете? А, снимаешь? Извините, что я рвусь. Где ящичек для фруктов? Вот. А ты почему? Ну, вот это вот влажная зона, да. А вот это драй зона. И в какой из них у нас фрукты? Важно. Как это? Ну, наверное, во влажной должны лежать зеленушки всякие. А почему тогда тут яичные? Потому что их туда положили при сортировке. Нет, это может быть, ладно? Ай, ладно. Засмеют тебя во блоге. Нет. Зачем ты? Закрыла, открыла? У нас есть. Где-то еще в ведре. А где ведро? Ведро в коридоре. У нас еще есть оливковое масло, лист лазагны, нут, мука, греча, чеснок и еще 8 миллионов разных приправ, соль, горох. Унитазные висюльки, две томатные жижи, щетка для обуви, макароны, ложка для обуви. И Гуча. Что расскажешь? Мы пригнали на метро на хлебзавод. Дмитровская. Здесь... А? Дмитровская. Ну да. Мы едем на хлебзавод. Идем. Уже идем. А тут проходит сегодня и завтра винтаж маркет. Я решила, что нам нужна ваза. Чужая. Нет, на самом деле, что будет, то будет. Может быть, будет пластинки. Или может быть, будет плакаты, постеры. А может быть, будет ваза. Что-нибудь, может, купим? А может, ничего не купим, просто погуляем. Погода прекрасная. Вырвались первый раз. Ну да, так что по-взрослому, по-серьезному мы куда-то поехали первый раз. А так только на рынок ходили и за продуктами. Ну да, за продуктами. На нашем районе. Вот, еще хочу попить кофе с круассаном. Просто магазин чайник. Балийский. Кантик. Чайник. Вот куда, мы шли. И пришли. Осталось теперь понять, где это. Хорошо. Погода вообще хорошая. Облашенька, ну, винтаж маркет, Облашенька. Выглядит как в Португалии. Ну, да, похоже. В центре города заходили. Мне кажется, мы в Португалии и в Испании нашли... Не, кстати, в Испании больше, кажется, больше похоже. Ну да. На все блошинки там зашли. Смотри, в ангаре там тоже есть что-то. Ой, класс. Машина сразу же. Вон вилки, смотри. Угу. Ой, серебро. Я, кстати, обожаю такие вилки. Сейчас что-нибудь выберем. Уже что-то выбрала. Да, сразу же. Немножечко Шанели. Колечко, ладно, колечко красивое. Давай возьмем себе колечко. Ну, давай. Нравится, давай. Какая офигенная пепельница. Фарфоровая чашечка. Китайская. А-а-а! Классно. Очень красивая. Что? Такую мне надо. Зачем? Что ты будешь на нее складывать? Колбасу. На самом деле, я бы, может, и посмотрела одежду, но я врезгаюсь сюда. Вообще, я не могу ничего надеть. Даже после людей, которых я знаю. А уж тем более после тех, кого я не знаю. Ну, это нормально. Кусок цельного янтаря. Китайская забегаловка. У меня тут суп с
китайский с фаршем, бакчой и грибочками. Здесь битые огурчики. И битые? Ну, просто огурец. Ну, просто огурчики. Просто какие-то огурчики. Еще будет лапша или рис? Рис. Чувствуем мы уже себя супер хорошо. Я вчера сделала уборку, помыла все полы, разложила посуду, которую мы купили. И уже на самом деле чувство дома, оно начинает появляться. Это прекрасно. Все. Увидимся, наверное, через неделю.